поехать там воевать, и должны создать все условия. Только в Российской Федерации свыше 500 тысяч человек, это бывшие военнослужащие, значит, сотрудники правоохранительных органов и так далее, многие из которых имеют опыт ведения боевых действий в соответствующих горячих точках. Многие из них хотят выехать. И они выедут туда. Вот я обращаюсь к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, примите, пожалуйста, в срочном порядке закон о военно-частных компаниях. Да, количество добровольцев возрастет кратно, в разы, и они там будут воевать по одной простой причине. Многие готовы воевать, закон. Но они хотят знать, если его ранят, за счет чего будут лечить. Если он, не дай бог, погибнет, как его будут содержать. То есть он хочет получить статус. Конечно, поэтому надо...